goddamn camping noobs. Шестой босс тайм. Всем привет. Продолжаем проходить позже. Ну, не знаю, немного поиграю, наверное, не очень долго, но посмотрим, как пойдет. Так, вон у нас осталось там, в принципе, собрать только две секретки и плюс там вон куча дисков, ну, этих музыки. Но главное именно такие секретки, только две осталось. По крайней мере, судя по тому, что там нарисовано. Так, босс 6. Посмотрим, что за босс. Я только на прошлом стриме видел, как он выглядит, но не более того. Теперь у меня есть счетчик времени. И здоровье у него 160 пунктов. Ой. Так. Какой-то молнией он стреляется, значит, надо перепрыгнуть, наверное. Правда, в какой момент? Ну как перепрыгнуть эту молнию? Да что я делаю? Что я должен делать? You must die, ну ок. Эта платформа вверх поднимается. Что это мне дает? Он так высоко не достает, ясно. А, нет, только в прыжок надо, чтобы он не достал. Надо точно подгадать тайминг.
to my lair, you must die! Тоже что-то. Таймер-то перезапускается, когда я сюда захожу. Как у меня в тот раз-то получилось, что они там снизу прыгали. Ой, что это? Такого не было вроде. Но здоровье у него довольно быстро снимается. Пока что, по крайней мере. Не, все-таки там надо перепрыгивать скелетов, потому что я могу его дамажить уже, когда они прыгают. Надо, наверное, перепрыгивать направо и на платформу. Почти. Можно там найти момент. Забыл про это. Light to my
кто теперь? А-а-а. Прикол. Ну, по-моему, у него там что-то около половины уже оставалось. Лола, а как его там обойти, что-то я не понял. Что-то непонятно, как его там обойти. Дело. Печалька. Пока не приспособился. Сейчас, секунду. Как же это пройти-то? Пока не задумывался, получалось. Oh.
Странно, как будто бы он меняет сложность. Странно, он раньше времени молнию выпустил. Реально счетчик сбивается. На разное время он выпускает молнию. Что за жесть? Я просто по секундам смотрю сверху. Привет, Элиле. Ах ты, что же он не прыгнул? Да что ж, надо, наверное, к краю отходить. Вообще по-другому себя повел, но почему, я не понимаю. В чем логика? То, что я на миллиметр сдвинулся, из-за этого уже другая траектория? Как это очень странно. О, уже по-другому. И как-то я должен приспособиться, если он каждый раз по-разному все делает. Oh.
Как вот эту фазу выжить? Ну странно, ну я не пойму, то есть, ну да, сейчас бы, если бы я стоял бы слева, я бы выжил бы, но раньше я стоял слева, и он там меня убивал. Ну, конечно, есть предположение, что он наводится, но тогда я не понимаю тайминга, когда мне нужно прыгнуть, чтобы он... Ну, я, то есть, ну, типа, прыгнуть и отойти, в какой момент затупил. Марио хотя бы там фразу произносил. А где второй скелет-то? Что за рандомный босс? Жесть, я такого рандома еще не встречал. ХЗ вообще. Да, привет, Луки Бастия. Еще раз. Че тут не решаться-то? Ну, босс вообще излишне рандомный и вообще абсолютно непонятно его принципы. Тупо рандомный. Что-то раздражает, честно говоря. Биоланта сложно довольно, мне показался. С его вот этой фазы, где летающие вот эти штуки взад-вперед, они вымораживали довольно-таки.
Разобрался. Ну как разобрался? Я просто там по-другому подключил звук. То есть причину, почему через HDMI звук запаздывать, я не понял. Там просто на этом устройстве есть аудиовыход, и я через него подключил, и это все. Ну, то есть в компьютере в линейный вход воткнул. Просто уже поздно стримить по токеру. Я там должен перепрыгнуть их, чтобы он потом не на меня вылетел. Не, не совсем. Ну, это как бы тоже, но он-то вроде бы нормально совпадает. Просто я вечером особо не могу стримить. Я сейчас долго не буду это стримить больше. Ну, скорее всего. Но вечером, короче, уже не то мне стримить. Да почему каждый раз по-разному эти вылетают, я не понимаю. Ну, даже у Соника есть логика в траектории, здесь логики вообще я не вижу. Ну я понимаю, но я, ты видишь, я действую абсолютно одинаково. Что хочешь сказать? Мои там, ну как бы, миллиметражные нестыковки сильно настолько влияют на их траекторию, что они вообще абсолютно по-другому прыгают и летят. Что-то это очень странно. Не, огни понятно, огни примерно нормально. Но вот эти скелеты, это просто жуть. Вот почему он сейчас высоко так прыгал, а почему до этого они очень низко прыгали? Ну, несколько попыток назад. Кстати, счетчик времени не зря взял, удобно помогает вначале. Да какой спидран? Слушай, я ни одного... Я спидран вообще не собираюсь делать. Спидран в боше. Смешно. Мне просто пройти боше и все. Я никаких спидранов здесь не делаю. Вот опять, где второй скелет? Что это?
Почему вот этот сейчас вылетел здесь? Хотя я вообще не там стоял. Это мне не очень нравится, если честно, такая рандомность. Можно сложных боссов сделать и без этого. Опять два скелета, от чего это зависит? Почему счетчик такой кривой? Жесть. Каждый раз молния в разный момент времени ударяет. Или босс кривой. Сейчас нормально. От этого увернуться вообще невозможно. По крайней мере, я не представляю как. Это как от глазика, наверное, да? Сейчас 700 смертей потрачу, ну, только чтобы увернуться случайно. Просто повезет тупо. Тут нет никаких секреток наверху. Огните, вообще просто повезет, не повезет, упадет на меня или нет. Oh!
Да у него все подлое. Ну вот, кроме, наверное, таких вот огней, которые вперед летят. Да не, какое ты говоришь, нужно прыгать, когда он говорит you will die. Нет, когда он это говорит, он уже вылетает. И в итоге я не могу успеть вернуться, потом пойти еще влево, на то запрыгнуть. То есть это не вариант вообще. Ну, я знаю, что он говорит. Какого вернулся? Это бред. Ну что это, лол? Почему он так поздно выстрелил? Уже 6-я секунда была.
теперь слишком рано выстрелил. Но это, походу, сам таймер косячный. Лучше по ощущению прыгать. По внутреннему таймингу. Да не, это жесть. Как можно больше бессмертей пройти, если тут такой рандом? Ясно. Что это? Так. Что-то новое. По новой, если на середине игры шибко уже. Не, ну в принципе, если уже все уровни легко даются и боссы, то тут с начала игры не так уж и на самом деле долго начинать. То есть если все проходить легко, то не такая уж и длинная тут вся эта игра. Привет, Снап, еще раз. Блин, да какого оно задело-то? Надо побежим. За час или меньше? Это что это? Я боссов никогда до такого не проходил. Я все равно на тот таймер ориентируюсь, лол.
Сложно. Зачем я взял эту секретку с таймером? Не прыгнул что-то. Такого вообще не было, по-моему, чтобы так летел. Опять один скелет. А, так он и вниз убивает, а в тот раз вроде не убил. А, медленно, то есть они не рандомно падают, а они за мной что ли падают? Чат читал. Почему он так низко полетел? Ну я же высоко был. А что за фраза? Я вообще не знаю, что это за фраза. Ну, откуда она взята? И что за звуки молний? Зельда. Я вообще хотел Зельды пройти тоже все. А так только первые две прошел, но это жесть полная. Да как оно так низко летит? Yeah.
Опять низко летит, это что такое-то, ну? По фразе сложно догадаться. Теперь она нормально полетела, я уже прыгнул. Почему это должно намекать на... Ну кто? Некто там, да, какой-то злодей, как это обычно бывает в играх, не любит света, и тут типа ему принесли свет, ну и все, он разозлился. Что такого? Для таких всяких фэнтезийных игр это, по-моему, обычное дело, лол. Да что такое-то, ну? Как он задел-то? Вы мне тут осветили. Ну. Ну, может, стесняшка. Да не катя тут идти в бок, ну что за стратегию ты подсказал? По-моему, проще влево-вправо прыгать. Жесть, да я не успеваю даже туда идти, тем более я не знаю, куда падает этот камень. Да, никто не знает, чем скелет занимался. Oh.
Жесть, а как тогда вернуться? Ну, в общем, нет, за час я его не прошел. Да, это было очевидно. Какой за час? За час плохо пройти с первого раза, да, конечно. В боше. За день? Да, можно. Да лом, ну чё он меня достает-то? Ну, я Китти осилил, наверное, часа за 3 где-то, за 4, за несколько стримов. Биолант где-то за 2 с чем-то часа, вроде как. Сейчас это... Китти за 50 смертей? Ну, тогда вы понимаете, кого вы смотрите. Я на Китти потратил... Ну, в смысле, на весь первый уровень я потратил... Ну, короче, да, на Китти где-то 1500 я потратил. Ну, смотря в каких платформерах. Я платформеры много играл. Я на Сеге очень любил платформеры. И на Sony PlayStation тоже, ну там 3D платформеры.
А чё ты с Напсоника не пройдёшь? Он же, ну, нормально, проходимый. Я всего 2300 смертей потратил. По-моему, норм. Ну, для меня норм. Для меня это даже мало. Ну, ты пройдешь по-любому быстрее. Раз, два, пять где-то. Блин, платформу упустил. За чё часами ты пройдешь его за часа за два? Опять один скелет. Да жесть. Сколько там надо? Секунды 3? Не, 4 где-то ждать. Я не понимаю, когда он кинет первую.
to my lair, you must die! You will die. Да. To my lair, you must die! Снап, я видел прохождение Марио, ну, босса, где не пострадал ни один этот прыгающий, хотя никаких чудов не было. Почему он падает не там, где я, этот камень-то? Какой-то он тугой. To my lair, you must die!
По идее, тут если на этой платформе прыгать, то можно его заспамить очень быстро, но... Блин, это сложнее. Вообще не стоять на этой платформе, естественно, а прыгать постоянно. Почему он меня задел? Ну, насчет спокойно, нет, не спокойно. Это сложно с этой платформы. Нормальный путь не сумею. Это жесть, ну блин. А, у меня же есть этот придурок. Хотя он, блин, прибавляет-то не особо, но зато тут точно попадание, здесь будет всегда попадание. Опять у меня в прыжке. Ну так не зря же здесь гастры сделали. Я себе челлендж пройти игру как можно более сложным способом не ставил, так что гастры есть, гастры взял, гастры использовал. Как же удачно этот огонь вылетел. Да почему огонь там влетает-то? Жесть. Почему он то рандомно, то вдруг все начал стабильно теперь вылетать в одном месте? Нет ничего более стабильного, чем рандомное.
что за фазы? Че? И в чем прикол? В чем прикол? Я вообще не понял. Ну и что, что невнимательный? И что дальше? К чему это ты сказал сейчас? Интересно, я уже заметил, что тебе очень нравится позлорадствовать. Любимое дело. Твое любимое дело. А, позлорадствовать. Да нет, наоборот. Пики — это троллинг, так, ну как бы шутливо. Ну и вообще как бы с Марио, в принципе, не особо играет роль. Главное — это слова. Во-первых, где ты... с чего ты взял, что обида? Лол. Какая обида. А во-вторых, я сказал, что Смайла не особой роли не играет. Ну, я не знаю, про кого ты говоришь, но точно не про меня.
Все, подох. Или еще что-то. То есть я прыгаю на платформу и убиваю его. Как его убить-то? Да не, я не попадаю. Как это осторожно падать? Да это жесть. Что с этим делать? Да я понимаю, ну просто... это не так просто, потому что я еще волновался, что, ну ты понял, короче, что я упаду вообще полностью. Что
что низко как-то прыгали. Какая разница, где ее перепрыгивать? Немного запутался что-то. Oh no.
Вроде легкий прыжок, а что-то. Блин, ну как же так? Как я в тот раз-то перепрыгнул? Так-то вышло. В любом случае, конечно, после Соника это уже не так страшно. Хотя рандомность, блин, бесит, конечно, это. Надо вот до этого прыжка, что ли, убивать, не знаю. Но это сложно. Оставил к этой фазе. В тот раз только было, я не обратил внимания. Ну просто там от спама особо не зависит. Я же далеко стою, все равно там проходит промежуток, когда я не могу стрелять. Есть промежуток. Поэтому я особо не стараюсь прям сильно кнопку долбить.
Куда этот огонь-то на стену? А, когда снизу вылетает, ну, это очень неудобно. Блин, застрял. Не, ну просто неудобное действие для меня это прыжки через тот шип. Это неудобное действие. Да нет, что-то там не особо, если честно. Ну как же, блин. Ну да, там надо очень тайминг четко рассчитывать, это забей. Одно попал все-таки. Тридцать семь, меньше на 6 оставил, чем в тот раз. Блин, 7. Ну давай, снап, удачи. Надо к вылету меньше 70 оставлять. Хотя Ирик на камнепаде больше тратит на 7 пулек. Семьдесят три, много. У меня 69 он был.
38, ну почти так же. Блин! Надо было продолжать стрелять, и, блин... Ой, что я сделал? И она же бы исчезла бы, эта штука, или она бы не исчезла? Вот это вопрос, кстати. Если бы я добил. Надо было, значит, просто стоять и стрелять, блин, 4 пульки, вау. Или они успели бы долететь, ну, не знаю. Заодно. Да я уже и так его везде спамлю. Даже перед той фазой, где куча этих. И тут выпрыгиваю быстрее. И это еще мне гасты помогает. Ну, хотя, видимо, тут все спидраны на гасты именно и рассчитаны. Это спидранник, нет никакого резона, просто по-другому только сложнее получается. Видишь, уже перемикриваю. Да, отлично. To my lair.
must die! Ну да, что-то не надо. Блин, ну что же оно? Не дает мне пройти. Пятьдесят пять. Тридцать девять все равно, потому что затупил уже на камнях. На камнях затупил уже. Да, на камнях фейл. Блин, чё эти летят неправильно? Привет, картофан. Блин, что я сделал? Ну, как видишь, я ее прошел со второго раза, и больше мне не дается она. Непонятно почему. Да как же, ну лол. А сколько я в него оставил? Что-то я не заметил. Меньше? Странно, должно быть примерно так же. Ну куда оно летит? Семьдесят, но это стандартно. Блин. Привет, мистер Напомнение.
какая-то хреновая попытка. Да что они... Опять как нестандартно как-то полетели. Да почему? Еще ни одного стрима не было. Задолго время. Сегодня я пытался, но у меня там проблемы возникли. Это Lost Odyssey хотел постримить. А это не считается за стрим, если что. Ну, блин. Это же не номерной, а токи в номерных. Так что ничего я не забил. Просто тебе хочется, чтобы только тоху было, но такого не будет. Ладно, уже так прохожу и прохожу. Сейчас просто будет удачная попытка и пройду. Да куда этот один скелет прыгает еще и прям на меня? Только больше? Ну, вообще-то нет. Просто больше я могу в любой момент выключить. Могу сейчас вот взять и выключить, если мне надо будет уйти куда-то. А когда я делаю нормальный стрим, номерной, ну как бы там нежелательно какие-то косяки там, типа прерываться внезапно и так далее. Поэтому они сейчас очень редко, потому что сейчас вообще загружено довольно все. Это вот так вот сейчас выбрал немного времени, чуть постреливать. Ну, с утра было нормальное время, но в этот раз я хотел не ТОФ, а Lost Odyssey. В общем, тоха будет тогда, когда она будет. Но следующий стрим будет Lost Odyssey, потому что сегодня он не получился. Я имею в виду следующий номерной стрим нормальный. Блин, да эти огни. Почему он задел? Ну, там пиксель один. Ну куда я упустил платформу? Забей. А чё с музыкой не так? Опять огонь. Нормальная музыка. Die.
to my lair, you must die! Ну что это? Воу. Нет этих огней его. Какой-то огонь достал-то, жесть. Почему он вдруг стал атаковать меня так сильно? То не было попыток 50, да, не атаковал, то вдруг началось. Ну и что, что подсвечивается? Мне надо быстро пройти, мне надо спамить, а не уворачиваться от фаерболов. Ну, сейчас уворачивался, и в итоге будет хреновый результат. Ну, 73, это дно. Порок оставил, и то зафейлил. Это не норм, надо больше тратить. Надо, ну, чтобы хотя бы 65 оставалось. Да не, я уворачивался от этих шаров огненных. И в итоге я мало заспавил, так что даже начало не норм было. То, что я не умер, это еще не значит, что это норм. Я просто не успел даже от него вернуться, он слишком быстро. Если я буду не двигаться и стрелять, как его вернусь к шару. Что-то бред какой-то подзажал. Ну вот, что, сейчас не двигался бы, да, и было бы норм, по-твоему? Или, типа, ты спрашиваешь, слабо умереть? Нет, не слабо, уже раз 300, наверное, умер. Что это было? Let's go.
Ну, 68 это терпимо. 67. Три. Это норм, это рекорд у меня. Так. Теперь с этим разобраться надо. Стрелять-то надо в кого? Вроде нет. Так, и что? Ура! Спидран! Сейв, где сейв? О боже. Это что за мир? Такое ощущение, что что-то знакомое. Ну, вот и седьмой уровень. Ну, в общем, как уже, я думаю, поняли, это будет уже на следующем стриме. Так что все. Привет, Котфет, и пока. Так что все. Всем спасибо, кто смотрел. Пока.